Дисклеймер, никакого текста я не печатала, это все было выдано из головы, так что готовьтесь, текст в некоторых местах будет неточный, непонятный, невнятный, погнали. Доброго времени, я Эван. Наверное, никто не ожидал моего внезапного появления, поскольку роликов не было уже как 3 недели. И нет, я не собираюсь забрасывать канал, поскольку, кто знает, мне 16 лет, и сейчас я перехожу в 11 класс, и я начинаю подготовиться к ЕГЭ, как бы это странно ни звучало. И сейчас я начинаю полностью готовиться к этому важному экзамену, поскольку решает он всю мою жизнь. И я бы не очень сильно хотелось отвлекаться на канал, но надеюсь, то, что ролики будут раз или два раза в месяц, поскольку, ну, это максимум, что я сейчас могу сделать. Увы, такова реальность. Все мы будем проходить через этот экзамен, или некоторые свалят в колледж. В принципе, они это правильно сделают. Ну а сейчас будем пока что временить с этим. Когда наступит лето 2023 года, я уже обещаюсь возвращаться в свои ряды. Надеюсь на это, поскольку еще ничего не известно. Сейчас я всего лишь хотела вас проинформировать и сказать вам, что это пока что временно. Буквально на год. Но я все равно постараюсь выпускать мемы, поскольку канал чем-то надо оснащать. Ну а с вами была Эн. Я сегодня вас проинформировала. Всем удачи и до скорого!